Добрый вечер, 7 октября, среда. Отвечаю на второй вопрос от подписчицы Елены. Что меня мотивирует сидеть на сыроедном рационе? Мотивирует меня прежде всего мой личный опыт очищения моего организма в 2010-2013 году. То есть длительный период я искала разные способы очистки, и при этом всегда я использовала сыроедный тип питания. После рождения ребенка, после грудного вскармливания, которое было на вегетарианском питании, я еще больше замотивировалась, потому что веганское питание далось очень много минусов для моего организма. Поэтому мотивация у меня очень большая. Я знаю, как можно себя чувствовать и выглядеть на сырой пище. Конечно же, мотивация – это здоровье. У женщин после 35 лет особенно это молодость женская. Мой супруг меня мотивирует. Мой сын маленький, поэтому мотивации много. Наверное, это самая большая. То есть у меня нету мотиваторов в виде какого-то конкретного человека, так как в России, во всяком случае, я столкнулась с сыроедными мифами веганскими, поэтому у меня есть свой опыт, и только своим примером я могу... Вернее, благодаря своему личному опыту я могу делиться какими-то рецептами, но не позиционирую себя как гуру. Если люди на меня посмотрят и захотят со мной пообщаться на эту тему более углубленно, я с удовольствием дам личную консультацию, но не буду кидаться советами направо-налево в массы, чтобы потом на каких-то сыроедных или вегетарианских форумах обсуждали, что я как-то кому-то порекомендовала делать то-то или кушать то-то. Не считаю это правильным.